Люкенвальде. 15 марта 2019 года. Расположение радиозавода. Войсковой части 34-059. Сейчас мы сориентируемся. Вот два ДОСа. В эту сторону мусорный полигон или же свалка. Вот это вот куча. Она, конечно, сейчас более благоустроена, облагорожена, так можно сказать. Автохаус здесь, по-моему, Мерседес или какой другой, не суть важно. Вот он здесь находится, рядом. Вот здесь мы начинаем наше видео. Прямо и налево, там уже дальше будет расположение автобата. Ветерок небольшой и пасмурно. Как бы дождь не пошел. Ветерок будет нам мешать. Вот с правой стороны предприятие по производству электроэнергии с солнечными батареями или Solarius Park. Недавно поставили. Кстати, там, где мусорный полигон, как я сказал, там тоже сейчас, вон там видно, солнечные батареи, прямо на нем устанавливаются. Довольно большая площадь занята. Ну, шум в микрофоне, это уже будут издержки. А то, что будет, я уже не сомневаюсь. Слышу, что тарахтит. Уж не знаю, была ли дорожка велосипедная, пешеходная, или не было в то далекое уже время. В настоящее время это территория биотехнология парк. Так они, такое название официальное. Вот здесь было КПП, судя по карте, по картам Google, КПП здесь было. Здесь как бы пешеходная зона, здесь никакого въезда нет. Тут пешком ходить. Это вот ДОСы, они в настоящее время благоустроены. А, извините, реконструированы. Вот тут их два, и с этой стороны тоже два. Туда мы пока не идем. Мы идем по этой улице. Не так давно построили следующий здание. Вот стоит. Сейчас мы его увидим. У нас на фото есть процесс строительства. И тут сильный ветер поднялся. Ну, не будем мы прерывать. Если мешает шум и звук, убирайте звук, картинки посмотрим. Вот это я говорил недавно. О, какой сильный ветер. Что же нам делать? Прерывать не хочется. ДОСы. Ранее балконов здесь не было. Приделали балконы. Вот это здание, которое я говорил, недавно построили. По-моему, здесь было расположение третьей роты. Дальше корпуса уже, там радиозавода. Дальше также были столовая, магазин, летний кинотеатр. Ну и цеха. Недавно, года 2-3, как построили это здание. Какое-то административное. Это все никак не достроит. Строит его долго. Какой-то корпус.
долго сколько, да не знаю, уже года 3-4 точно, если не больше. Начали очень активно. И вот до сих пор стоит в таком положении, в таком состоянии. Вот здесь как раз была эта упомянутая мной третья рота. Далее тут был плац. Вот здесь площадку выровняли, вот деревья повыпиливали, пни повыдергивали. Что уж тут будет, остается только догадываться, что-то будет. Это въезд сюда на территорию в настоящее время. Дальше там тоже сейчас с левой стороны начали расчищать территорию. Что-то там будет. Посмотрели мы с вами. Давайте еще немножко пройдем в эту сторону. Дойдем до перекрестка и завершим наше видео. Или может налево пройти. Давайте налево пройдем по дорожке. Может быть, за ветром будет нам получше. Многое тут, конечно, изменилось. А я уже говорил, это здесь парк технологический. Какие-то технологии отрабатывают. Экологически чистые, био. Мы здесь бывали с вами ранее. Это у нас довольно много всех объектов в материалах группы Алтыслагер. Альбомах Люкенвальды. Кто интересуется, пожалуйста, просматривайте. Вот этот домик, дом или объект, здание. Это вот сотрудники приезжают, работают. Парковка для них. Друг друга пропустили автомобили. И потихонечку мы выйдем. Точно, выйдем туда, где мы начинали видео. Там где-то машина моя. Ах, вот она. Упомянул. Ветер сильный. Я не специально сюда ехал. Тут по делам я был в Люкенвальде и вот забежал сюда. Досы. Вот мы оттуда с вами идем. В этих домах живут люди, работающие здесь и не работающие.
По-моему, тут нет пустующих квартир. Вон видно между домами уже это мусорная свалка или полигон ли мусорный. Вот так дальше можно там проехать и к озеру рукотворному. Или пройти. Застраивается все. Жалко, что пасмурно. Времени 10 часов. Начало 11. Ну вот посмотрели мы с вами этот участок. Территории расположения радиозавода 34059. Могу ошибиться в номерах. Где-то было записано. Видимо, в машине оставил. Ну, не думаю, что я ошибся. Вот на выход. Мы там начинали с вами, там шильда большая. Где мы начинали? А дальше уже там будет уже магазин огромный. Чуть дальше. Автохаусы всякие еще. Ну вот, пожалуй, мы и заканчиваем наше видео. Хорошо или плохо, но мы сделали с вами. Если шум будет мешать, выключайте звук. Это уже издержки производства. Вот это вот Solaris парк. Или предприятие по производству солнечными батареями электроэнергии. Везде их сейчас тыкают, расставляют, размещают. Вот мы идем здесь, это пешеходная зона, пешеходная дорожка. Вот вышли вправо Лихтенвальде, центр направо, налево автобат. И на выезд там автострада. До свидания, всем всего доброго, до свидания, до новых встреч.